Значит, КФК, старейшее предприятие Кадуйского района, оно второе по численности в Кадуйском районе. Первое – это ЧПСК ГРЭС, второе – это, значит, Кадуйский фанерный комбинат. Здесь работало 375 человек. Зайти туда, к сожалению, еще нельзя. Ущерб оценить тоже пока нельзя, потому что там, если вы там были, то видели, что там еще тушат все это. И когда это все будет решено и ущерб будет сосчитан, тогда мы уже будем решать, что будем делать. Где? Вот сгорели основные 20 цеха, где основная рабочая сила работает. Где основные рабочие работают. Мы как раз работали в эту смену, в ночную смену. Были на обеде, потом закричали, что пожар. Мы все побежали на улицу. Уже сильно возгорание было. А сразу же так вот сильно загорелось? Сразу, ну, тут моментально все, тут все сухое, тут все, все. Как бывает возгорание, ну вот в сушилках там операторы там ведрами там, то все тушат. Обед был ночью, в 4 часа второго у нас обед. 15 минут пятого мы уже все были на улице. Я вообще в шоке. Я когда вчера узнала, вообще в шоке. Вот представьте, в таком возрасте остаться без работы. Меня устраивало и график работы, меня устраивал и коллектив, и отношения. Мне так вот лично. Я говорю, я вернулась как будто из отпуска, из долгосрочного. Мне вот, для меня так это вообще полный крах. Сегодня мы встречались с собственниками комбината, обсуждали вопросы, дальнейшие возможности работы комбината, ситуации на комбинате. Понятно, что зайти на предприятие пока нет возможности, в цех, понять, какое оборудование сохранилось и насколько оно ремонтопригодно и восстановимо, пока возможности нет. Поэтому две комиссии созданы. Одна комиссия при главе района по вопросам трудоустройства